Середина зимы, а на набережной Павлодара на Иртыше плавают утки. Явление редкое, говорят старожилы. Давно не зимовали перелетные птицы в этих местах. Нынче выдалась довольно теплая зима. В Павлодарской области еще ни разу не было суровых морозов. Видимо, поэтому и не замерзает река, и пернатые не полетели дальше на юг. Иртыш так и не замерз этой зимой. На всей протяженности поймы реки всего две ледовые переправы. Обычно русло Иртыша на окраине города наполовину покрывается льдом. Здесь вода удивительно теплая, говорит опытный морж Виталий Теревань. Каждый день он приходит сюда окунуться в ледяную воду и поздороваться с новыми соседями. Утки облюбовали это место и, видимо, не собираются лететь на юг. Здесь хорошо, рыба, речка вон. Водичка, все есть, пища есть. Что они так, по-моему, они не мерзнут, плавают себе и плавают. Ну, от вас не пугаете? Пугаются, отсюда убегают. Ну, вот эти сидят уже, замерзли, наверное. Вон сидят, тут обычно убегают. Орнитологи говорят, нынешние погодные условия даже на севере Казахстана для перелетных птиц комфортны. Это совершенно нормальное явление. И предпринимать какие-то усилия по так называемому спасению птиц совершенно не нужно. Все идет нормально. В случае ухудшения природных условий и наступления холодов птицы самостоятельно перелетят на юг на подходящие для них участки. Эти виды не совершают дальних миграций, а меняют места зимовок в зависимости от природных условий в том или ином регионе. В семействе утиных эти виды называют большой крохоль и кряква. Обычно птицы зимуют на юге Средней Азии или на востоке Казахстана. С глобальным потеплением климата незамерзающих водоемов каждую зиму становится больше. Пищи достаточно. Вот и утки, и недавно бакланов я видел. Ну, сидят на берегу, сидят, плавают они, ловят рыбу, я смотрю. Зимой хорошо, приятно идешь по берегу, и живность какая-то вдоль берега. Кстати, в этом году вот Иртыш по всей ширине не замерз и течет. Это интересная история. По прогнозам синоптиков, морозы придут в регион в середине февраля. На севере похолодает ночью до минус 40 градусов. Потом опять потепление, а дальше весна. Ербулабишев, Самат Оспанов, Женис Тимербулат из Павлодара, Хабар, 24.